Всемирный день здоровья проводится ежегодно с 1950 года. Для жителей Тувы это хорошая возможность пройти обследование. На площадке здоровья можно было измерить давление, определить уровень сахара в крови, холестерина, а также получить индивидуальную консультацию специалиста. Обследование совершенно бесплатное и максимально быстрое. При выявлении патологических значений, например, глюкозы или сахара в крови, или повышенном давлении, обратившимся гражданам даются рекомендации, то есть по ведению или по лечению, или по дальнейшему обследованию. На одной площадке также расположились и врачи тубдиспансера, психбольницы, наркодиспансера и многие другие. Жители республики смогли пройти флюорографию, а женщины – маммографию. Кроме того, заключение флюорографии и маммографии граждане, обратившиеся вот сегодня, они могут получить заключение у нас в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, а также по месту жительства, потому что все обследования мы направляем после проведения в те поликлиники, куда прикреплен гражданин. Постоянные участники акции – сотрудники спеццентра. Быстрый экспресс-тест позволяет определить результаты анализа на ВИЧ и на ковид в течение 3-5 минут. По словам Натальи Филковой, тест на ВИЧ-инфекцию следует проходить ежегодно, так как каждый гражданин должен знать свой ВИЧ-статус. Данный экспресс-тест, он не является стопроцентным, то есть 99%. Если у человека одна полоска выявляется, то есть контрольная тест-полоска, значит, у человека отрицательный результат. В случае выявления двух полосок мы предлагаем, беседуем с данным лицом и предлагаем сдать для достоверности кровь из вены. Кровь тестируется в лаборатории, не на одной тест-системе, на нескольких тест-системах. И далее уже выявляем точный результат, стопроцентный. Во Всемирный день здоровья врачи призывают всех отложить на время житейские заботы и уделить внимание себе и своим близким. А жители республики, в свою очередь, поделились, что подобная акция очень кстати. Не нужно стоять в больших очередях. Ну, это хорошо, конечно. Хорошо, я больше ничего сказать не могу. Как вы считаете, нужно это проводить ежегодно или все же часто? Ну, почаще, наверное, надо. А вы пришли только давление измерить, Да, удобно, считаю. А конечно. По вашему мнению, дорогие друзья, вы пришли сюда уже, как где можно прошли? Снять стресс? Кто знает? Вот здесь прошла, что? Там сахар и давление проверяла. Так сказали, нормально. Нет, все были здоровы. Приглашаем. Главное не злоупотреблять без вредных привычек. Республиканская психиатрической больницы. Я считаю, что себя лучше, в одном месте меньше болеть, такое обследование некоторые очень некоторые правила. Ну, удобно. Что вести оптимальный все вместе тут. Двиг. Я думаю, надо чаще проводить, потому что народ, видите, как много стоят. Поэтому, я думаю, обязательно проводить чаще. Да, удобно, давление можно проверить, уровень сахара проверить можно. Маммографию, флюорографию в одном месте собрали. Удобно же народу. Поэтому, я думаю, чаще надо проводить, каждый месяц хотя бы один раз. Главная задача врачей в этот день – напомнить людям о важности профилактики, необходимости прохождения периодических обследований и ведения здорового образа жизни. И если сегодня кто-то после консультации врача всерьез задумается о своем здоровье, значит, этот день и акция тувинских врачей была не зря. А для зрителей студенты автодорожного техникума выступили с флешмобом. Инна Клоян, Буян Магуш, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24.